промышленная часть этой программы достаточно амбициозна. То есть из 300 проектов, которые мы увидели, треть проектов посвящена непосредственно промышленному сектору. И вот из этих 94 проектов, 94 проекта всего, мы отобрали 34 сегодня. Это не топ-проекты, а вообще 34 проекта, по которым на сегодняшний день Министерство промышленности совместно с субъектом будет отрабатывать дорожную карту по реализации каждого проекта. 34 проекта – это там, где нужна федеральная поддержка. То есть федеральные средства, да, меры поддержки наших федеральных программ, других министерств в том числе. А оставшиеся проекты – это проекты, которые возможно реализовать с учетом существующих программ. То есть это программа Фонда развития промышленности регионального, поскольку здесь отдать должное, значит, региональный фонд как раз в республике один из самых больших по объему наполнения средств, 1,5 миллиарда в России. Самый главный приоритет в этой программе, как и вот Олег Алексеевич говорил, это достижение тех амбициозных показателей, которые в ней стоят. Это 37% роста объема промышленного производства, это рост 25% прироста рабочих мест и ряд других показателей.